Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Анна, я работаю в Richmond Hill Subaru. Сегодня мы рады снова вам представить новое поколение Impreza Touring Package. Давайте посмотрим. И снова субаровцы порадовали нас неординарным подходом к созданию внешнего облика новой Impreza. Она получила достаточно лаконичный, простой внешний облик в создании наравне со спортивно-агрессивным внешним передним видом. Вы можете видеть, что фары получили очень необычную, красивую форму. Также имеются противотуманные фары внизу в комплектации Limited Package, самый высокий. И снова, дорогие друзья, вы можете выбрать на свой вкус либо седан, либо хэтчбэк, как эта модель. Багажное отделение достаточно просторное. В принципе, даже я могу поместиться в нем. Можно перевозить любые вещи, спортивный инвентарь, что-то для путешествий. Если вам понадобится дополнительное место, пространство, вы можете откинуть задние кресла, как мы уже показывали в Форестере. И также я хотела вам показать дополнительное освещение в багажнике, что очень неплохо для вечернего или ночного времени суток. И снова инженеры компании Subaru порадовали нас оппозитно расположенным 2-литровым мотором, 4 цилиндра, 148 лошадиных сил. И все модели компании автомобилей Subaru с 2013 года идут с действительно потрясающей функцией. Масляный фильтр и маслозаливная горловина расположены на одной плоскости, что позволяет автовладельцам производить ТО замены масла самостоятельно. Ну, если, конечно, вы этого желаете. Согласитесь, очень неплохо. В усовершенствовании внутреннего вида Subaru не делает больших прорывов. Мы можем видеть, что интерьер остается по-прежнему на той же волне. Автоматическая кнопка блокирования дверей, механическое регулирование освещения панели приборов. На руле мы видим расположение круиз-контроль системы, аудиосистемы, мобильной связи. Прекрасно расположена кнопка аварийного стопа. Аудиосистема имеет 6 каналов, CD-плеер, FM, AM волны, двухзонный климат-контроль. Также мы видим достаточно неплохо расположенное дополнительное место для вашего телефона, ключей, каких-то мелких вещей. Прикуриватель расположенный в стандартном месте. И также в бардачке, где находится USB и дополнительное место, пространство. Подогрев сидений расположен под рукой водителя, подстаканники, ну, в принципе, все. Когда дело касается безопасности, компания Subaru превосходит все установившиеся стандарты. Конструкция двигателя Subaru Boxer и трансмиссии автомобиля Impreza предусматривает поглощение энергии ударного воздействия при лобовых столкновениях и смещение этих узлов в сторону от кабины для обеспечения защиты водителя и ваших пассажиров. Итак, если вы хотите быть уверенными в вашей безопасности, приходите в Richmond Hill Subaru. Я, Анна, и мои коллеги всегда вам помогут выбрать действительно потрясающий, верный автомобиль.